13 сентября с 10 до 11 часов Минздрав соцразвития Чувашии проведет горячую линию «Соцпакет. Стоит ли отказываться?». До 1 октября федеральным льготникам необходимо решить, как распорядиться социальным пакетом на 2014 год. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, почти 90% федеральных льготников в этом году получат денежный эквивалент льгот. На возобновление предоставления социальных услуг поступило 244 заявления. Ежегодно люди, отказавшиеся от соцпакета, сталкиваются с рядом проблем. К примеру, льготники, страдающие хроническими заболеваниями и длительно принимающие дорогостоящие лекарства, на денежную компенсацию от соцпакета лекарствами себя обеспечить не могут. Не стоит торопиться с отказом от соцпакета также и родителям детей-инвалидов. Минздрав соцразвития Чувашии предлагает еще раз обсудить, стоит ли отказываться от соцпакета. Задать вопросы можно будет по телефону 62 30 32.